Добрый день, друзья! Если вы не знаете, что посмотреть на этой неделе, сейчас я вам расскажу. Dota 2. Продолжается DPC, о котором я не устаю упоминать в каждом выпуске афиши. Все самые интересные матчи, как обычно, на каналах Майнкаста и Рухаба. Не успел закончиться первый сезон игр Snow Sweet Snow, как уже сегодня стартует второй. Снова на турнире встретятся команды Европы и СНГ. И сразятся за призовой фонд в 50 тысяч долларов. Трансляция турнира будет на канале TabTV Dota.ru. Поклонники азиатской сцены могут посмотреть турнир Moon Studio New Year Showdown. На русском языке трансляция проходит на канале Moon Studio _ru. CSGO. Второй сезон Snow Sweet Snow стартует и в CSGO. Игры начинаются уже сегодня, а призовой фонд составляет 100 тысяч долларов. Прошлый турнир выиграли ребята из китайской команды Fan Plus Phoenix. На этот раз будем болеть за наших еще сильнее. Делать это будем на канале TabTV. С 16 по 28 февраля пройдет EM World Championship, на котором сойдутся лучшие команды со всего мира. Призовой фонд турнира составит 1 миллион долларов. СНГ представлен командами Na'Vi, Gambit, Virtus.pro и Team Spirit. Все игры можно будет смотреть на каналах Майнкаста. PUBG. Стартует вторая неделя выживания в рамках Global Invitational. На сегодняшний день в общем зачете Virtus.pro находится на 10 месте, а Na'Vi на 6. Проследить за успехами команд можно на канале Mad Show. Valorant. С 18 по 21 февраля пройдет второй этап Valorant Champions Tour Stage 1 для североамериканского региона. Стрим турнира будет на канале NerdST Gamers. Apex Legends. В рамках ALGS проходит зимняя серия турниров. В европейском регионе СНГ представляют команды Magicians и 789. На турнире разыграют 16 250 долларов. А понаблюдать за успехами можно на канале Play Apex. И на этом у нас все. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем добра и до скорых встреч!